Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Battlefield Hardline. Сейчас у нас эпизод номер 2, плата по счетам. Хай отлеживалась несколько недель, и Доуз взял всю работу на себя. Теперь капитан тщательно обдумывает следующий шаг после того, как чуть было не потерял еще одного офицера. Так, подозреваемые с ордером на арест. Два пацана у нас. Ранее в Хардлайн. Вы знаете друг друга? Будете напарниками. Что там с Тайсоном Лэтьфордом? Его. Я пропущу. Зачем это нам? Да. Ага, да, да, я понял. Еще два тела выловили в бухте Манаки. Вместо буйков можно использовать уже. Отвлеку вас на минуту. Ух ты! Берегитесь все. Молодой детектив торопится. Хай. Детектив Дау снова в строю. Доктор был против, но я разрешил. Ты как? Я на скамейке запасных, но в целом в норме. Тот кокаин, который вы со Стоддардом нашли, прибыл из Колумбии. Давно мы такое не видели. В последнее время из Мексики все едят. Какие мысли у Тайсона Лэтьфорда на этот счет? Мистера Лэтьфорда, оказывается, отличное юридическое представительство. Вот. Это Лео Рэй, картельный авторит. Вчера он позвонил мне в офис, сказал, что у него есть сведения о нарковойне, которая разрывает весь Майами. Что ж, нужно найти Лео. И тихо. Только мы втроем в курсе дела. Не говорите больше никому об этом, иначе узнают все. Ясно? Так точно, сэр. Тогда за работу. Продажные копы, я не понимаю. И не надо. Правда. Жуткая работа, нищенская зарплата. Да, а больше жалобы не надо. Вон наш парень. Так, побудь у машины, прикроешь. Чего она мне указывает? Подмога, Лео? Глупо. Кто? Нашли его идущим в зоопарк. Сказал, что хотел посмотреть на редких зверей. Ты, блин, в это веришь? Мне был нужен Доус. И Доус отправил меня. Надеюсь, следующий звонок будет от Доуса. И он скажет мне, где и когда мы обговорим то, что хотели. Не сдамся придуркам с дурацкими значками. Нужно реально решить. Я опаздываю на игру. Пошли. Оставь мне. А, нифига. Эй! Я слышал, вы убрали Тайсона Лэтьфорда. Много слухов ходит. Кто мог сделать такое? Разговоры для Доуза. Стингер, что делаешь? Иди скажи боссу. Я все принес на тарелочке, а ты все запорол. Отдай сумку, Лео. Или парню в крышку. Лео, че? Не стой! Это еще кто? Кай! Это кто, блин, такие? Как ее остановить-то? Бежать за ней. Они вообще не слышали, что ли? Ну ладно. Мне даже лучше. Убей меня, я бесполезен. Не дайте ему скрыться. Это свои пацаны.
блин! Код 3. Мендоза убит. Я их арестовать хотел. Только и всего. Это кто, блин, такие? Медленно я бегу, однако. Ты не сможешь уйти, Лео! Вверх, они сюда! Совсем там! Черт побери! Вы все трупы, Лео! Так, а тех, значит, мочить. Умирайте. Он побежал наверх. Давай за левыми. Я вас вот. За ними. Я прикрою. Мочи их. Не сюда надо или... Мы хотим помочь! Возьми грёбаный рост! А где он? Лео, стоять! А ладно, побегу. Зачем сканер-то? Да, вижу, напарник. Тут улики есть? Да. Морды на землю. Где мои улики? Вы видите? Осмотрите тут все. Отступаем. Здесь кто-то есть? Тихо. Проверьте там. Ты имеешь право хранить молчание. Здесь! Сосредоточьтесь! Берегись! К вам не пройти, что ли? Мочи! Здесь. Говнюк! Где мои улики? Так, надо еще... Две найти.
Так, урон точность. Ладно, я возьму револьвер. Почему бы и нет? Так. Бронированная вставка. Медпакет, боеприпасы. Респиратор. Вот гаджет 2. Пусть будет бронированная вставка. Две улики, сказали бы, где искать их. Может, их здесь вообще нету, а не дальше. Должен быть какой-то звуковой сигнал вроде. Или вибрация. Ладно, пойдем. Вперед, Мендоза! Меня эта женщина уже подгоняет даже. Давай, давай! Ник, мы теряем его! Для чего она мне указывает тут? Встретим, кажется. Здесь должна быть комната охраны. Найду его по системе наблюдения. Что это значит? Держи меня в курсе. Он побежал туда. Я вижу. И как? О, я могу открыть. Все, я все улики просрал, что ли? Вернуться не могу. Значит, они все в том месте были. Он спускается из бассейна, Кай! Блин, встань! Полиция уже в пути. Его нельзя задержать. Что? Ясно. Наклониться вправо. Это тем, кто стреляет. Какого хрена? Молчать. Надо было его повязать вообще. Он ушел сюда. Черт, какого черта? Бери Лео. Кто этот чувак? Ты не знаешь, кто я? Теперь знаешь. Ну или нет? Этого снял! Попался! Код 3, Мендоза убит. Я не убит. Я хочу жить. Он что, для прикола что ли просто, да? Глаз там свой чесал. Как? Они услышали это?
Тихо, тихо, малыш. Блин, уже перешел. Так, нашла комнату охраны. Спускайся по коридору, пока не убьешься в зал. Лео там. Окей, я за ним. Лео там. Я нашла его. Он над залом на втором этаже. Он движется? Он в одном из офисов. Черт. Ник, зал идет подкрепление. Давай наверх, не высовывайся. Полиция! Не дергайся! Ты вообще дурак? Сам ты дурак. Лежать. Будешь знать, как обзываться. Не с места! Полиция! Какого? Это, конечно, глупо, то, что они оборачиваются и сразу пушки бросают. Они могли хотя бы пытаться там. Стоять! Полиция! Че, дурак, что ли? Какого фига он начал стрелять? Это легально? Тихо. Это вообще обнаглели. Полиция! Стоять! Эй! Стоять! Оп. Да, да. Без проблем. Без проблем. Знаю я ваши без проблем. Он вообще мог в легкую на меня напрыгнуть, пока я того взял. Его вообще бы пристрелить. Так. Что это? Пистолет-пулемет какой-то? Вот тут улики есть. Но я должен ближе что-то быть. Это снаряжение. Ой, урон побольше. Меньше точность, наведение. Дальность больше. Но больше урона, то они не умирают. Наведение. Блин, даже не знаю. Так. Это получше, наверное, будет. У меня сейчас скорострельность на урон. Чичку. О. Петух. Что там по гаджетам? Хай, это чушь. Половина бандюков из Майами здесь. И им все равно, кто попал в перестрелку. Где моя улика-то? Там вон мужик ходит. Своих пацанов, наверное, увидел. Полиция! Руки вверх! Вверх! Так, здесь надо улики найти. Он зажужжал здесь. Вот здесь. Ну, открыть сканер. А, вот. Планшет. Так, где еще улики могут быть?
где-нибудь на втором этаже. Ладно, идем. Зачем здесь задерживаться? Полно убитых наркодилеров. У нас уже проблемы. Лео нужна защита. Тогда можем идти. Как он пойдет? Ты его потащишь. Эй, это ты с ним так поступила, не я. Чё она такая злая? Всё, пошли. Да иду я. Куда скажешь? Вот что Доус называет защитой. Лео, кто эти парни? Потом допросишь его, Ник. Идем. Эй, детектив! Держи. Лео, у нас капитан Доус. Выходим через парадную дверь. Я полетел. Проверь, что он должен. Дайте арестовать его. Найти бы улики. Проверьте тут все. Какого хрена? Вот дерьмо. Тихо, пацаны. Кого ты там увидел? Сваливаем. Ой. Зря я вышел. Очень зря. Так. Вообще уже от шутеров я отвык. Даже не попадаю. Управлять этим. Лео уже здесь. Вперед, вперед! Я сказала, что моя предыдущая операция была полной катастрофой. Поехали! Куда ехать? Лео у нас, капитан Доус. Куда его доставить? Хотя тут вроде как понятно. Все усложнилось, сэр. Мы едем по перешейку на грузовике. Погнали! Он стол. Я стрелять не могу. На той стороне моста. Я не собирался с ними сталкиваться. Это хотя был... можно бы было. Или мне можно у них врезаться? Они хорошо будут отлетать. Ну вот в это явно не надо было врезаться. Я уж думал, я застрял. Чего она кричит? Все же нормально. Ладно, сейчас и проверим. Понял две вещи. Вы оба хорошо действуете по обстановке и не можете делать все тихо. Сэр, эти подонки знали, где будет Лео. Кто-нибудь из вас скажет, что, черт побери, с ним случилось? Ну, ямы на дороге, капитан. Лео не пристегнулся. Правда? Поднимите его.
Сэр, Лео разочарован, что не встретился с вами. Что-то мне подсказывает, ему нужна надежная охрана. Я того же мнения, сэр. А ты детектив, а? Уверен, что Лео пострадал по дороге сюда? Друг тебя спросит. Вот что ты скажешь? Да, сэр. Уверен. Хорошо. Я отвезу Лео в тихое место. Вы оба отстранены! Что за херня? Прикрывание задницы, привыкай. Ему нужно убедиться, что мы на одной стороне. И что же это за сторона? Та, что поможет узнать, кто нас подставил. Зачем она его лупила? О, пройдено. Ладно. Один сдох. Проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.